где-то километров 5-4 вот надо было тянуть связь. Катушка где-то 16-20 килограмм, вот, и телефон полевой. Он, значит, нес одну катушку, а на мне поменьше катушка и телефон. И я держала связь с ротой, что в случае чего, чтобы нам подкрепление. И как раз это самое, он попал на эту, там мина была, но она взорвана, а там что-то еще было, что он упал, а меня отбросило на 15 метров. Я потом по телефону кричу: ребята, помогите, у нас несчастье. Ну и тут ребята прибежали, его, значит, подняли, а у него нога, да, была раненые ноги, его отправили в эту самую, в госпиталь, а со мной остался один, мы в это, до батальона протянули связь. Ну и командир полка говорит: ну как дела? Я только головой помахала, понимаете, я испугалась, что шел человек, и тут, если бы я была хоть чуть-чуть, где-то на полметра по той тропке, значит, меня бы не было.